раз у нас, пожалуйста, такие правила. По залу вы не ходите, ведущий не мешаете, ведущую специально не фотографируете. Молодые присаживаются за стол, можете оттуда пройти пофотографировать, потом вернитесь, пожалуйста, обратно, там вам все равно не видно будет с того края. Я перекрывать вас не буду между молодыми. Нет, вот это очень светит глаза, поэтому... Ну извините, работа у всех своя. Она не будет вам светить глаза, не волнуйтесь, я молодой буду снимать. Я вообще уже ничего не вижу. Ну давайте не будем придумывать, я везде снимаю давайте по всем свадьбам. Сейчас не будем ругаться. Правила везде одинаковые. Мне родители надо видеть, я не ругаюсь абсолютно. Вот так всех вот своя работа. Один раз пришли поснимали, а у меня 30 человек, поэтому у нас действительно здесь свои правила. Пожалуйста, встаньте на место. Давайте вы не будете мной управлять. Меня снимать не нужно. Да, ну это что такое? У всех своя работа. Вы при должности находитесь. Встаньте, пожалуйста, не будете, нет правил. Ну хорошо, будем разбираться с вашим ОСАГС. Непонятно. До свидания.